Здравствуйте все, друзья, подруги, недруги, знакомые. Сегодня мы находимся на канале Реакс Эмферстфилла. Меня все еще зовут Артур Эмферстфилл. Я стример, музыкальный продюсер, подкастер, интересный человек. И сегодня мы будем слушать новый трек, новый электронный трек от нашего дорогого товарища Егора Трипсайда. Напишите плюс в чат, если ждете Егора Трипсайда на сингл-подкасте, потому что мы вот думаем делать его. Если вдруг вам будет это интересно, обязательно проявите некую активность. И трек называется «Scream». Судя по обложечке, это будет фон. Детка, хочу тебя на свиданке. Когда вернусь, погуляем. Я тебе в личку скинула ту модель, которую давно хотела. Да, я тебе и так подарил пиздатую штуку, тебе не кажется? Нет, ну серьезно. Итого, Трипсайд, Scream, текст песни. Там есть текст песни, нахуй, Genius. Давайте попробуем разобраться. Трипсайд, ха-ха. Все, сосать, нахуй. Вот все. Поэтому давайте чекать. Let's go. Погнали. Трипсайд. Погнали. Let's go. Слушаем. Так. Ебать! Рок-фонк, нахуй! Ну что ж, короче, по поводу фонк-релиза Егорика. Что могу сказать? По-моему, я это слышал, кстати. Но важный момент. Блять, в мире так много фонка, и вы постоянно слышите о том, что фонк популярен, фонк везде разъебывает, фонк. Но что меня раздражает вот в фонке, лично меня? 99, нахуй, процентов фонк-треков, которые существуют на свете, они все, блять, нахуй, одинаковые. Все из-за вот этой вот гонки за псевдо-винил, псевдо-хуёвым качеством сделаны все достаточно ебано. И дрифт-фонк — это вещь, которая пишется, блядь, проще всего на свете, блядь, и это просто не... И клёво, что в нынешнем фонке реально роляет уже какая-то там
новый альтернативный подход. Когда появился Diverse Funk House, это был альтернативный подход. Когда там, типа, чуваки делают всякие разные приколы, там связанные с сэмплированием и так далее, это новый подход. Но важный момент. У фонка, который сделал Егор Трипсайт, разнообразной жанровости достаточно, и этим этот трек гораздо выигрышней, чем все, что, блядь, выходит на сцене фонка, по крайней мере, в 90-х. У фонка, который сделал Егор Трипсайт, его сложно в целом фонком назвать, потому что это, ну, такая достаточно интересная мешанина жанров, что лично мне, блядь, пиздец, как сильно. Да пиздец. И в целом, типа, сам резкий переход на ракешные ударки вас не удивил, меня вот удивил, и при этом оно же нормально стильно звучит. Ну, не вау, но реально же, ну, прикольно само по себе как решение. Поэтому если нынешние фонк-продюсеры будут использовать какие-то такие нестандартные, нетипичные ходы, которые лежат на поверхности для своих треков, это будет толкать всю эту индустрию вперед и будет приравниваться фонк к некому электронному саунду. Ну, в плане электронной музыки. И это заебись. Если есть такая возможность, пускай такого будет точку больше. Я буду только за. И это охуенно. Егору большой респект. Надеюсь, что мы когда-нибудь все-таки сможем растить ебучий подкаст. Это будет... Я в целом.